Да, запустил, все, трансляция пошла, блядь, Слар на всех не хватает, поэтому играем быстро-быстро, блядь, я езжу быстро, потому что мне еще надо с тобошечкой поиграть. Блядь, у меня музыка отключена, сука, в этом. Ну хуй с ним, рассказывай что-нибудь. Так, да, зима. Блядь. Зима, блядь. Как в Казани? Да. Какой Слар, блядь, сейчас? Сколько градусов? Ладно, хуй с ним, я 25. Тогда сыграю. Давай, нажимай. Чё мне сыграть тогда? Только смотри, чтоб не забанили. Короче, играет, фильм. Блядь, Давид Илья Языч, чемпионат по Текмо. Подожди, а да кто ну хуя ты это поле взял, блядь, оно вообще, давай другое возьмем. Оно заебато, ты чё, блядь, мое право, а блядь. Кто с Давид Илья болеет? Зима же, блядь. Кто такой Давид Илья? Я знаю другого обвинителя. Вы чё, суки? Ладно, блядь. Слары переели, блядь. Бля, вот видишь, мне пиздец. Пиздец! Да, блядь. Куда, блядь. Я пытался, блядь. Не хватило, блядь, самой малости, самого малого количества слара, блядь. Вот чё это за хуйня была, блядь? А это чё? Давайте голосование строим, кто лучше играет, Давид или Пушистик? Серьезно, извините? Блять, вот это пиздец, это только что был момент, блять. Оп. Ты чё, блять? На, нахуй. Блять. Ну где вы, блять, все, ты ёп? Где ж вы, блять? Ебать, пробил, блять. Усим прыгнет. О, какие питаны в новом году в Украине. Питаны, блядь. Настоять? Это чё это за говно? Чё ты там делаешь, нахуй? Привет, Кунёв, с новым годом тебя. Иван, с НГ. НГ, НГ. Кунёв смотрел поздравление Порошенко? Нет. Он там сказал, что год был сложный, но там российский агрессор, блядь, получил по заслугам, короче. В натуре? Ну да, там типа такой, блядь. Как это, блядь? Чё-то, несмотря на, блядь, старания России, чё-то мы выстояли, блядь. Наша экономика там чё-то охуенная. На стороне России, блядь. Да, слава богу. Пиздец, блядь, я ебал. Так что, блядь, Исламбанычу привет большой, блядь, передаем трансляции, блядь. Другую. Он виноват. Блядь, а хули вы не снимали их, сука? Зумр ебем. Сука, сколько ракет отправили, блядь. И ракеты летят. Ну это что это было, блядь? Кто там жмет-то так придрачивает, блядь? Надо Кайла еще попросить сделать хак ракет, блядь, что-то они хуево бьют, блядь. Слишком медленные, блядь, и не переключаются. Переебал, если так будет, блядь, я вообще нахуй, блядь. Не то, что, блядь. Да нет, там бака ракеты еще, блядь. Где, где, сука? Дураки, блядь. Где они, нахуй? Где, блядь, чё? Если, блядь, так играть-то я ебал, нахуй. Ну, да если улетел кашля по фоколам. Ох, ебать. Питер. Питер. Ты чё, что? Вот так. Вот это пизда была, конечно. Ну ты чё такое, блядь? Двое пробежали, блядь, не в ту сторону, нахуй. Пиздец, блядь. Я вообще даже, блядь, до ворот дойти не могу, нахуй. Ебаный говно, блядь. Герой это, блядь, это равно. Угу, еще забей, блядь. Отличный расчет, нахуй.
Я ебал, бля. Я ебал. Это пиздец, бля. Это пиздец, бля. 3-0 или 4-0? 3-0. 3. Пизду, блядь, этот ёбаный Текфон. Ты чё бросил-то, браток, блядь? Да мне похуй, блядь. Давай играем. Это вообще пиздец какой-то, блядь. Я даже до ворот дойти не могу. Лох. Да, вообще пиздец какой-то. Пиздец. Блять, я Эстебану проебал, так что, блядь. Я не знаю, блядь. А вы на Next или же играть? На Next, блядь. Ты же видишь, блядь, до ворот дойти не могу. Че, я не знаю, что делать, бля. Не получается играть. Вот он. Угляните, если ты помощь поднатаскал. Я ебал, бля. Я ебал, нахуй. Играли тоже такая же хуйня. Со Самбадычем. У меня никто мяч не мог сыграть. Никто не мог мяч дефить. Да, не пиздец. На дефах, блядь, лучше. Никто не мог. У меня игроки не могли. У меня все. Заебись. Вот, у меня все игроки. Все игроки с одного. Я чисто на дефе всегда играю. У меня все игроки с одного подката падали. А у него, блядь, по 5 по 6 подкатов его не брали. Я вообще свинепел нахуй. А помнишь, как вы мне с Кайлочем забили, блядь, последние секунды? Да, я помню. Вот такая же хуйня. У меня такого вообще никогда не было, блядь. А у него, блядь. И нихуя вот так вот мои подкаты, блядь. Давай нахуй, хоть один гол, блядь, заело в стену. Видишь, блядь, ни одного момента, блядь, за игру, наверное, не будет, нахуй. Скорее всего, блядь. Я ебал, блядь. Я ебал, нахуй. Ну бывает, браток, блядь. Ты чё, на чё-то надеялся в турнире? Я вот уже ни на чё, блядь, после того, как проиграл, блядь, Кайло чё проиграл, это... Да я не знаю, блядь, этот ебаный Текфон, он играли блядь, дураку. С этим, блядь. Ну хоть один гол забил, блядь, ну ладно. Эстебан проебал. Да, блядь, я проебал, сука, блядь. Самому тупому в мире медведю, блядь, Бамси. Ты с Ламбадычем, блядь, играли там? Медвежонок Бамси, смотрел кто-нибудь? Мы вчера в новогоднюю ночь смотрели, блядь, когда он, сука, Мафуту, блядь. Ну да. Как он спрятался в свой панцирь? Где, блядь? Пиздец, нахуй. Ни опять ни одного долбоёба нет, блядь. Блядь! А, да ведь побежал к бабушке за чудо-мёдом. Ну как тут понять этот ёбаный Текфон, а, блядь? Кто тебе объяснил? Русский новости, смотри. Оо, вот это идеально было. Чё ты русские новости, куня? У нас говорят, что мы бомбили вас, блядь, ракетами лучшими, блядь. И типа все здесь получилось. Не, ну там говорят, два украинца в живых остались, конечно, из 50 миллионов, блядь, но. Не знаю, правда, нет, куньо? Ты там и Исламбадыч, да, вдвоем остались жить? Но у них потом все равно запустили ракеты, и они не смогли вернуться. Чё? Двое остались живых. Они... И у них потом все равно ракеты, да, запустили, и они не смогли вернуться. Нет, там мы вызвали Стивена Сигла, чтобы он их ножом нарезал, блядь. Ты не так могу, это говно, нах. Да охуенно, браток. Вот как ты? До последнего уровня сейчас дошел. Вот это вот как это работает, блядь? Вообще не понимаю, да как это хуй его знает, блядь, я вот сам похуй. Таких хуйн. Я играл, блядь, целый день, нахуй, убивать, блядь, подкатами. Ну не, вообще никто, блядь, даже. Ничего сделать не смог, блядь. Как, ну, блядь. Я ебал, блядь. Давай. Выбивает еще пару голов. Чё ты целый день смотрел на движонку Бамси? Как что-то. Ух ты, сука. Как это работает, блядь, вот этот отбор, я думаю. Как это работает, блядь, я вообще не понимаю. Да это вообще не работает, так ты расслабься, блядь. Я думал, он работает, да. Я ебал. А я значит доволен Текмо. Я ебал, это пиздец, это говно, это такое, блядь. Вот это что такое было?
Ладно, хоть я 10, но не 10-2 не проебал, только всего 6 здесь. Давай, забивай. Ох, блять, цепки, сука, с Лара много съел сегодня. Ну, давай заканчивай. Лары. Я ебал, Кайл очень недоволен за эту брому, какая-то хуйца. Кайл лучше греть. А я же проебал, давите 6-2 на своем поле, 14 тут так. Ладно, все, заканчиваем этот скоростной, блядь, турнир. И слава Украине и оставшимся трем черепахам на Украине. Все, всем пока.